Но мне, кстати, после этого чел один написал в личку, типа, чей Крым? А, не, он сначала написал, у меня есть один вопрос, но он написал на украинском. Я написала, что я не говорю по-украински. И он перешел на русский и спросил, чей Крым? Я сказала, мой. Опять же, если вы спрашиваете, значит, не ваш. Я же не спрашиваю, чья это бутылка воды. Потому что я знаю, что она моя. А если вы спрашиваете, значит, не ваш. А если не ваш, то чей? Если вам не нужен, я заберу. Окей, базара ноль. Ну, мой будет. Что несет вообще вопрос, чей Крым? Посыл какой? Я никак не пойму. Это универсальная лакмусовая бумажка того, на чьей ты стороне. Если говоришь Крым украинский, то ты типа с украинцами. Если ты говоришь, что Крым российский, то ты за россиян. Если ты говоришь, что Крым как территория постоянно переходит то к одним, то к другим, я не влияю на эти решения, поэтому что ты у меня спрашиваешь, то ты ватник, путинская и так далее.